И чем вы замороченней, то есть чем больше у вас тревог, неуверенности в себе, там, раздражительности какой-то, там, что вас больше стрессует и так далее, тем партнер, которого вы ждете, он должен быть фантастичней. Если вы здоровы, как просто, как здоровы, как корова. Вот если вы здоровы, у вас все вообще, вы психически устойчивы, вам с любым забавно. Потому что вас это не стрессует, не напрягает, вам даже весело. Вот какой ютюк, сразу как динамика. Вот. И даже если совсем нормальный, то скучно. Понимаете? Хочется так, чтобы был. А мой с прибабахом-то. Вот все. Сразу весело так сказать. Вот. Это возникает в случае, если вы здоровы психологически. А психологическое здоровье откуда берется? Если мы состоим в тех самых гармоничных отношениях. Гармоничных не в смысле, что они очень хорошие, а в том, что они адекватные нашей психике. То есть есть 5 человек, плюс-минус, так сказать, еще, с которыми вы живете вот это вот, так сказать, в вашей стае, так сказать, вашей ячейке. Вы там живете, и вы чувствуете себя нормально. Но так не идеально. Идеального не бывает. Если кто-то собрался идеально, вы сразу просто закрывайте это все. Вот возьмите, все, вот это выкиньте и больше не показывайте. Идеально не будет никогда, не бывает. Если кто-то видел, расскажите мне. Очень мне интересно. Вот.